Проблемы садоводов обсудил с собственниками депутат Госдумы Владимир Васильев. В центре внимания были вопросы электро- и газоснабжения, ремонт дорог вокруг дач. Также председатель фракции «Единая Россия» посетил общественную зону отдыха тверичан на Константиновских карьерах. Обо всем подробнее расскажет наш корреспондент. В Калининском округе около сотни садовых некоммерческих товариществ. Только в Авакумовском сельском поселении их более десятка. Сергей Петрович уже более 10 лет является председателем СНТ «Политехник». Оно функционирует с 1981 года. В данный момент у нас 240 участков. Проживает постоянно где-то участков 25. Я сам тоже здесь проживаю, прописан здесь. Рядом находится еще одно СНТ – ТВЗ. Оно в два раза больше. На нем 570 участков. Больше в нем и тех, кто живет на даче круглогодично. В летний период, ну, естественно, все как бы находятся здесь. 530 точно действующих участков. А в зимний период проживает круглогодично порядка 100 семей. Владимир Васильев встретился с местными активистами и председателями СНТ. Среди важных проблем – электро- и газоснабжение, ремонт дороги, которая ведет в садовые некоммерческие товарищества. Депутат Госдумы подчеркнул, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. На асфальт не потянем, но дорога будет в хорошем состоянии. Также в ходе рабочего визита Владимир Васильев посетил одно из самых популярных мест для летнего отдыха тверичан – Константиновские карьеры. Около 3 лет назад предприниматели своими силами сделали эту зону отдыха притягательной для тверичан. Оборудовали пляж, установили лежаки, туалеты, а также для мам с детьми организовали комнату с пеленальным столиком. Подключились к процессу создания комфортных условий для отдыха и местной власти. Проект стал ярким примером социально ответственного бизнеса. У нас очень много спроса на пляжный отдых. И крайне мало организованных пляжей. Это тема. Тема, которую надо решать. И сегодня Тверская область показывает, что это работает. Вот это самое главное. Постараемся работать дальше. Предприниматели высказали предложение о расширении зоны отдыха и улучшении его качества. Здесь планируется просеять песок, установить дополнительные туалеты.